Я лучше, наверное, знаю, да? Чем вы. Друзья, добрый день. Добрый день. Как поживаете? Как у вас дела? Хорошо. О, когда приехал? Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Мы на днях там туда, здесь, около так. Туда-сюда, да. Андрей и Лена, и Женя. Да. Ну, в двух словах, если экспромтом, Анна, не запланировано. Нас... Ну и Аня тоже. Да, Аня, ну и Аня там. Да, Аня, ты у нас вообще... Как ваши впечатления о зимнем Дагестане? Расскажите, пожалуйста. Это чудесное место. Это потрясающее место. Именно зимой. Вы знаете, я сейчас писала пост в Инстаграме, я сравнила это с Мишленом. То есть, когда это такой цимус, это такой вот высочайшего качества вкус, что его очень трудно с чем-то сравнить, именно Мишлен. То есть сказать «вкусный Дагестан» – это не сказать ни о чем, это очень обыденно. А вот сказать, что Дагестан – это мишленовские звезды, если... ну, это мы все знаем, что это Мишлен. Да? Это прям такой первый раз было такое сравнение. Да. Так, я, если вы не против, сниму, где вы сидите. Да, да, да. Вот, друзья. Это Мишлен. Я подтверждаю. Четырехтысячники. Они вот вообще не умеют дома. Совершенно без подготовки, без подсказки, искренне говорю, я знаю. Мы-то видели, что ты вот здесь ножом стоял. Что-то меня покалывало. Да, и заставлял говорить. Паспорт верни. Нас ждет кирпичный цех. Спасибо огромное еще раз. Сейчас идем обедать. Можно вместе присоединиться. Ну, в принципе, если вы закончили, поможете, да? Будем рады. Хорошо. Все, давайте, до встречи. Это будет тот самый Салманов Камал. До встречи за столом.